Итак, друзья, у нас сегодня шестой день, последний. Мы с батей одетые сидим, вон он в штанах, в кофте. Я точно так же в штанах, в кофте, в капюшоне. Холодно на улице, то есть солнце выглядывает жарко, скрывается так сразу холоднющий ветер. И замерзаешь. Вообще отвратительная погода. Загораем в кофтах, да-да-да. Отличное времяпровождение на озере Инголь. Вообще в кайф. Сильно холодный ветер. Да, ветер сильно холодный. Да и фигли, вот сегодня, к примеру, ночью что у нас обещают? 8 градусов. То есть как мы с отцом будем спать? Хрен знает, мы скорее всего там замерзнем насмерть просто. Да, в валенках будем спать. Здесь вот раньше сторожка была. Раньше это как вот сюда, к дому отдыха приезжали по этой дороге. Была такая вот дорога туда. Классно, ровненько, выкатано все. Сюда ездили. Потом они начали эту территорию делить, два хозяина. И вот это как все поперекопали. Выкопали, вот смотрите, вот такую яму. Вот сюда вот такая идет глубокая. Она уже заросла вся. Вот видите какая. Сейчас попробуем на квадрике ее пересечь. Попадай все-таки, чтобы видно было. Да и так видно, что ты в яму спустился. Да, 4, да? Да, ну что он перевел? С одной ямы в другую яму сразу. Ну, а тут еще вот выкопали. А это, наверное, как раз земля я сюда. Думаю, вот сейчас рыть будет просто на месте. Ну, а потихонечку в натяг и все. Раньше ведь здесь была дорога в гору. Она вот здесь, вот прямо вдоль деревьев. Вот сюда она уходила. Вон ее видно даже. Да, вот, вот здесь вот, да, даже на камеру вроде видно. Вот здесь, короче, напрямик прямо была дорога. Ну вот смотрите, земляная такая она. Мы раньше сюда даже на этой поднимались. У меня была Toyota Corona. Вот, она 4WD была. И вот мы в эту гору штурмовали ее. Едь в гору! Ну так-то крутая гора, вообще приличненько. Ага, вы видите, куда уходит, туда в облака. Ну здесь вот за счет того, что, ну все равно, когда дождь, вот эти вот камни с глиной, елозила машину. Ни 4WD-то не выйдет. Смотрите, какие необъятные поля. Сюда раньше тоже в гору ездили за сухими этими березами. Все. Данил маленький еще был. Мы в какую-то гору поднялись. Он в машине сидел от оводов и посадил аккумулятор у джипа. Вот. Сейчас мы будем с ним сюда вот пробиваться через эту траву. Туда вверху сфотаться около озера, за этой горой озера. Давай, можешь вот здесь проезжать, Данил? Ты, наверное, Данил, поднимайся вверх и повернешь к березе. Ничего себе, блядь, скачет еще. Ну, а там вот сразу за этой горой озеро. Сейчас посмотрим. Ну, такое все голубое. Просто вид обалденный, ты сними эту красоту. Да, мы вон там вон где-то стоим. Да, облака вот такие. Покажи, наверное, на камеру не будет видно. Здесь внизу лагерь. Это дом отдыха, да, база отдыха. Озеро такое голубое. Ну. А Инголь, по-моему, с какого-то языка и переводится, типа голубое. Ну, что-то в таком. Ну, здесь где-то даже была дорога, или дальше где-то УАЗик спускался, там вот я тебе говорил, чуть дальше. Да-да-да, ты этим в прошлом году рассказывал, спустился и выехать потом не мог, когда дождь прошел. Ну, смотри, даже по сухой попробую выйти. Но. Так, да даже квадрик тут будет шуровать, буксовать. Не конечно. Хватит, что такое. Выйти-то выйдет, но все равно
А если чуть поморосит, это кранты будут полные. Да, вообще тогда. Это... У нас, получается, вон там вот лагерь, что ли? Да, пионерский. Да, лагерь. Пионерский лагерь, но он сейчас наверняка закрыт из-за коронавируса. Я представляю, какие у них там убытки. Ну, ужас. Понятно, да у всех сейчас везде полный отстой. Но. Но если вот в этом даже вон дом отдыха несколько человек ходит, трапы эти, пирсы, смотри, пусты, никто не купается, никого нет. Раньше все-таки народ толкался. А вон там, видишь, Данил, на той стороне, вон, видишь, пирс стоит. А, ну. Там вот раньше это давали катамараны на прокат. Серьезно? Да, такой пирс был большой, и мы туда ходили, и это, брали катамараны, и уже плавали по это. Нормально. Отдавались. Ну, здесь вот ветра нет, так оно это, такое течет. Но. Ну, а чуть выезжаешь, где ветер, все сразу холодно. Но. В общем, друзья, спустились мы с горы, вон вышки стоят, спустились, вот здесь тоже ставят палатки, как вы видите, сейчас тут вообще никого нету. Ну, а там он дальше? Ну, там дальше, вот, кстати, да, стоят, я, кто помнит, в прошлый раз как-то на второй или на третий день, я уже не помню, спускался сюда, здесь стояли, ну и там стоят и продолжают стоять, а, собственно... Вот наше любимое озеро. Лепута, да? Вообще, вид просто обалденный. Озеро дико красивое. В общем, друзья, такой вот коротенький день получился. После мы с отцом вернулись в лагерь. Потом я поехал один кататься вокруг озера. Естественно, что я этого не снимал. И после вернулся в лагерь, заправил квадроцикл. И, в принципе, на этом все. В общем, друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставьте лайк на видео, подпишитесь на канал, а также поделитесь со своими друзьями. Ну и комментарий не забудьте какой-нибудь написать. А следующая серия, друзья, обещает быть достаточно большой. В общем, ждите, ребята, всем удачи и пока, ребята.